Эксперты раскрыли новую схему мошенничества в интернете с опросами за денежное вознаграждение. Аферисты обещают интернет-пользователю ценный приз или крупную денежную сумму за ответы на вопросы. После того, как человек прошел опрос, ему сообщается, что для получения денег требуется перевести несколько сотен рублей в качестве комиссионных или закрепительного платежа. После получения денег злоумышленники прекращают общение. С января по август текущего года в сети действовали свыше 2500 подобных сайтов. Эксперты предупреждают, что при такой схеме можно лишиться не только определенной суммы денег, но и раскрыть преступникам данные о своей банковской карте.